Коль, чего бы ты хотел пожелать нашей команде в целом и себе лично в новом сезоне? Команде, конечно же, пожелать удачно выступить в Кубке УЕФА и, конечно же, в чемпионате России. Вот, выполнить все поставленные задачи руководством, хотя нам еще об этом не говорили, но, думаю, нам и говорить, в принципе, не нужно. Все прекрасно в нашем клубе знают, какие у нас задачи всегда стоят. Так что, прежде всего, удачное выступление в этих турнирах. Вот. Себе, наверное, пожелать больше пользы приносить команде, вот, наверное, голов и как можно больше работать